Сейчас я продемонстрирую вам доработку Ларгуса пятиместного, доработку внутри салонного света. У некоторых комплектаций есть задняя полка, в которой можно как раз этот свет строить, что я и сделал, потому как мне сзади очень не хватает освещенности, там что-то взять, например, с пола за сиденьями, да вообще на заднем сиденье плохо видно. Я вот сделал вот такую штуку. Сейчас пока ничего не видно у нас. Опа. Вот так вот. Вот здесь теперь видно, что творится в ногах. Здесь вообще очень хорошо все заметно. Ну давайте, господин помощник, прикройте. Посмотрим, как без них. Вот так оригинальный Ларгус без освещение, то есть горит только вот этот плафон. Семиместных, конечно, здесь наверху, но даже в люксах пятиместных такого нет. Поэтому убирайте. Вот так. Вот такая штука подключена к основному плафону, и все очень хорошо освещает. Книжку там можно, что ли, читать? Смотри. Да, отлично. Вот какая хорошая детская книжечка. Дед бил-бил, мне разбил. Несла курочка яичко, не простое, а золотое. Вот так.